Как раз в продолжение разговора о возвращении исторических названий, опять же, вот согласно протоколу последнего заседания топонимической комиссии, которое прошло в 2013 году, в конце года, в частности, поднимался вопрос и о возвращении исторического названия набережной Робеспьера. И поднимался он, я думаю, не только топонимической комиссии, давно жители города хотят, чтобы вот имя этого кровавого французского революционера исчезло с нашей петербургской карты. Не все, конечно, мнения тут всегда расходятся. Но, тем не менее, вот согласно заседанию, проголосовали участники комиссии «За». У нас сейчас на набережной Робеспьера находится корреспондент Татьяна Элькина, которая уже примерила старое название «Воскресенское» на набережной Робеспьера. Давайте послушаем. Таня, тебе слово. Да, Ирина, я нахожусь сейчас на набережной Робеспьера, которая в скором времени вернется к своему историческому названию. Такое решение было принято на заседании Петербургской топонимической комиссии. Вопрос этот начали обсуждать после обращения певца Александра Розенбаума. Он предложил переименовать набережную Робеспьера в честь писателя Вадима Шефнера. Но топонимическая комиссия посчитала нужным вернуться к историческому названию. До 1923 года набережная Робеспьера носила название Вознесенская. Название это она получила в честь церкви Воскресения Христова, которая в начале 18 века была построена по указу Петра. К сожалению, до наших дней церковь не сохранилась. Сейчас на ее месте, на улице Шпалерной, стоит совершенно другой храм. Я пообщалась с настоятелем этого храма, и он рассказал мне о том, что находилось в этих окрестностях несколько веков назад. В 1711 году появляется Воскресенский храм на этом месте, в палатах Натальи Алексеевны. Вслед за этим возникает Воскресенский проспект, Воскресенская богадельня для престарелых, Воскресенский приют для подкидышей, Воскресенский театр, Воскресенская набережная. И вот название храма таким образом определяет всю топографию маленького, но очень важного петербургского района. Свое современное название набережная Робеспьера получила в честь одного из деятелей Великой Французской революции Максимилиана Робеспьера. Но многие петербуржцы, так же, как и участники топонимической комиссии, считают, что такое название для нашего города не подходит. Поэтому после окончательного утверждения решения комиссии участок от водопроводного переулка до Литейного моста будет называться Воскресенской набережной. Ирина.